Ребята, всем привет! Наступило время культивировать, или как он правильно, полоть, окучивать картошку. Вот. Ну, у нас, конечно, специальных окучников нету. Вот. Я покупал один такой окучник, который просто как плуг, то есть регулируется, но нам она не понравилась. Полная шляпа, если честно говоря. Вот. Поэтому сегодня вот батя свет не заря пришел сюда на поле. Вот тут и мы подтянулись. Сегодня холодно. Вчера было погода намного, конечно, теплее и жарче. Вот, а сегодня прохладненько, такой ветерок. Вот как получается. Смотрите. Короче, использовали обычные вот такие рыхлители. Вот. Их разобрали. Все. Палку-то поменьше сделай. Да? Вот эту палку куда так задрали? Дай-ка! Да! Подержи-ка. А у тебя что, глаза перестали болеть, что ли? Зубы не почистил, блядь. Побежал уже на картошку. Очки не едите? На очки! Приподними меня. Замок, замок.
понимаешь? Вот эти палки нужно снимать. Отвертка есть? Короче говоря, вот эти наконечники, они срезают ботву картошки, и это не есть хорошо. Сейчас мы их надо снимать. Металлическую щетку. Классно было прямо раз. Так, вторую. Так, ну-ка сначала так поставь. Так, потом по-другому. Это чуть побольше, да? Получается. Молоток? А, нашел все. Так не лезет, наверное. Лезет. Все должно лазить. Сейчас, подожди. А? Да. На. А ты принес, блядь? Не залезет. Так, еще здесь, короче, скорость, бля, вылетает. Надо вот это подтянуть, наверное, бля. Нормально все. Там, да. Так, теперь установили. А? В смысле? Сейчас, блядь, нормально, левая, а это люк, потрогай. Знаю я, что ты. А. Что тебе не нравится? На черт, блядь, так можно, нет? Тогда вручную. Удобный домкрат. Вот как я его изготавливал, можете посмотреть по ссылке в описании. Че, дубль второй? Да, ступай! Дай попробуй.
более устойчивый, да? А то вон тебе торчали палки, блядь. Налево-направо кидала. Давай. Помедленнее надо. Этого тоже выгнали. Этого. Вон, блядь. Пусть принесет, блядь. Давай. Вот, бать, смотрите, опучивает. Ладно, с утра настроение сегодня у всех говененькое. Вот, поэтому давайте покажу, как трава растет. Овес. Или диковес. А, диковес, наверное, вот выходит он. Там внизу. Вот такая площадь получилась. Вот здесь, правда, батя не хотел ничего сажать сначала. Точнее, я. Но все-таки посадили. Ну, здесь плохо докидал. Это тут второй этап, а вот это первый этап был. Здесь вон она многолетка там все. Так, ребята, вот такой участок уже проходим. Сделать уже можно определенный вывод. В принципе, метод этот рабочий, но только единственное, нужно эти культиваторы устанавливать как-то ровно. Иначе он прыгает. А ровно получается это вот так вот. А у нас получается он стоит вот так. И поэтому такой эффект получается. Рукам очень тяжело. Сейчас он там доделать, я, наверное, сниму. Пойду просверлю отверстие. И уже потом вернемся, доделаем там. Так, вот последний заход. Сейчас он здесь пройдет так. Вот он как кидает, ворошит туда-сюда. Рукам очень напряжно.
это дело надо переделать. И если кажется, что вот эти будут распределить и так, вот, а сзади еще какой-нибудь приплужник такой, вот легенький или вот плоскорез, вообще будет, наверное, тема. Это тоже, кстати, надо попробовать. У меня получается, он тот первый заходит, а это второй, поэтому это топит, а это наверху. Многие задавали вот вопросов, а как типа... Домкрат работает. Вот, смена культиваторов. Не пойдет со мной? А? Не пойдет? Отпустишь немножко? Туда-сюда, по полдоргат. Ага, еще? Ага, закидывай. Сейчас, короче, чистю, забираю, пересверливаю и уже возвращаюсь сюда. Так, ребята, короче, сходил я, переварил, пока временно вот. Посмотрим сейчас к примеру, там на 4 капли или на 5, по-моему, поставил. Вот теперь будем пробовать. Так, это так, а это вот так. Сюда гравер. Достаточно говно, блядь, ржавчина вон. Городие, блядь, вон. Смотри, сожрал его. Да? Тогда вытащим что? Подержишь?
Так, ребят, смотрим, сейчас взял батю. Конечно, немножко тяжеловато, но все-таки не вручную. Она, блядь, объем. Головно.
ты завал, блядь, завал. Короче говоря, мы пошли пообедали. Пообедали вчерашнюю уху. Вчера Валек готовил классную уху, курник. По-чувашски еще называется хуплу. Вот, и опять пришли в огород. Смотрите, как вот получается после окучивания. Ну, обычный мотыг, вон, как отец делает. Так, ну а здесь земля сыровата, конечно, идет, но все равно что-то идет. Получается совсем неплохо. Верхнюю корку раскукошил, и хорошо получается. Че, бать, так лучше, да? А? Ну, вот так кряк делай. А как ты надо? Не, просто спрашиваю. Лучше, мягкий он, видишь? Угу. Хоть в этом году, хоть в этом, наверное, не будем ковыряться. Вот таких плитах. Наверное, дай бог. Дай бог. Да? Вот так вот, только вот это осталось. И потом это как убрать. Вот это вот горбунок. Вот это? Ну вот, на это, наверное, будем косить. Косой? Косой даете. Поставим ножи. Как говорится, протестировать-то. Да? Рано еще. Нет, она в комнате, если пойдет, сейчас. Нет, ну рано, рано еще. Рано. Ну как рано? Он там не досадил ты, да? Да. Знаешь, понимаешь? Красиво, да, пошел? Красиво, да, прям. Зеленый такой. Thank you.